Дорогие друзья, еще один наш очередной видеоподкаст «Помощь массажистам». Бывает так, что человек не сознательно, а подсознательно закрепощает какие-то свои мышцы. Ну, например, в данном случае мы поговорим про голень. И вы поэтому себе не можете сделать предназначенное для данного случая упражнение. Ну, например, я хочу согнуть ногу, да? Поэтому берем за самую крайнюю конечность и стараемся растрясти. Растрясти так сильно, вот видите, мышцы начинают отпускаться, икры трясутся, да, и после этого я уже могу проделать, например, суставную гимнастику, вот такой вот, растянув ему верхнюю часть стопы. Если опять напрягается, да, то просто можно постучать. Вот так постучали, растрясли, человек приходит несколько в такое понимание, что все-таки надо расслабиться, да. Еще вот я за пятку беру, пятку так кручу. Видите, когда она крутится, пятка, стопа при этом ходит свободно. И после этого я уже ее могу поворачивать и класть туда, куда нужно в данных упражнениях. Смотрите наши следующие уроки. И еще завтра я вам пришлю кое-что новенькое, кое-что интересненькое.